Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях директор Рязанского хора имени Евгения Попова Елена Царева. Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, Елена! На сегодняшний день Рязанский хор является такой своеобразной визитной карточкой нашего региона. Его любят не только в Рязанской области, но и далеко за ее пределами. Но, к сожалению, я думаю, не все зрители знают о его истории. Если можно, несколько слов о том, с чего и когда все начиналось. Ну, я так думаю, что этот сезон, 16-17 год, как раз очень хороший повод поговорить вообще о Рязанском хоре. И именно потому, что хор отмечает свой юбилей. Вообще мы теряемся немного в цифрах, потому что отмечаем мы официально 70-летие Рязанского хора. Но на самом деле это дата не начала работы коллектива, а это дата того, когда хор стал государственным. То есть заявил о себе, уже сложившийся коллектив стал профессиональным. Что такое профессиональным и государственным? Значит, на зарплате. А до этого коллектив начинался в селе Большая Журавинка Ряжского района Рязанской области. Оттуда истоки хоры, 30-е годы, когда обычные женщины сельские рязанского села Большая Журавинка собирались и пели русские песни. То, что им когда-то пели их мамы, бабушки. То есть весь тот багаж, все то наследие песенное Рязанского края, вот они в своих песнях хранили и передавали, в том числе и слушателям. И вот оттуда мы и говорим о том, что начались истоки Рязанского хора. Еще раз говорю, это 30-е годы. А вообще Рязанский хор изначально, самый первый его, скажем так, появление было не на сценической площадке, а в храме. То есть начиналось вообще все с церковного хора. И только потом уже клубная жизнь началась. Клуб имеется в виду дом культуры, как мы сейчас это говорим. То есть в сельском клубе собирались эти женщины после работы тяжелой. Мы понимаем, что жизнь на селе – это всегда связано с тяжелым физическим трудом. Вот после этого была, видимо, большая потребность в том, чтобы реализовать свои творческие порывы, в том, чтобы собраться вместе и вместе провести это время вот, в занятиях таким творчеством. И коллектив, когда сложился, он стал очень много гастролировать. Сначала, понятно, это в том числе и в поля, рабочим помогали так поддерживать дух трудовой и моменты отдыха, скрашивали колхозникам. А в последующем хор стал известен на очень многих концертных площадках, в том числе и в стране. И вот как раз уже в момент его практически расцвета, в 40-е годы, сразу после войны, в 46-м году, было принято решение придать хору статус государственным. Вот с того момента мы и считаем эти 70 лет – это ту дату, которую отмечаем в этом году. 70 лет – это действительно очень такая серьезная цифра. Как за эти годы менялся хор и что он представляет на сегодняшний день? Хор менялся, рос, развивался, менялись руководители. Мы вспоминаем имя первого художественного руководителя Ирины Ивановны Косилкиной, которая, вот, собственно говоря, собрала его и поставила на такой профессиональный уровень. А в последующем и имя Евгения Попова носит хор. Евгений Попов пришел в коллектив сразу после того, как он выпустился из Московской консерватории. И практически 50 лет он работал руководителем хора. И, конечно, он огромную лепту внес в то, что... То есть по большому счету, то, каким хор выглядит сейчас, это вышло из-под пера, если так можно сказать, Евгения Григорьевича Попова. И хор набирал обороты, рос, развивался, появлялись дополнительные группы, потому что сначала это была в первую очередь вокальная группа и два баяна, потом появился оркестр в хоре, у нас сейчас оркестр насчитывает 13 человек, это полноценный музыкальный коллектив для хора с очень хорошими инструментовками, с очень хорошим исполнительским уровнем. А потом уже впоследствии появилась балетная группа, которая, вне всякого сомнения, украшает выступление коллектива. А, соответственно, как только появилась балетная группа, сразу появились такие номера, которые мы называем вокально-хореографические композиции. То есть пока не было балета, были только вокальные номера, либо солисты. Вот таким образом хор развивается, таким мы видим его сейчас. Угу. Насколько мне известно, 31 января состоится выступление хора в концертном зале имени Чайковского. Вот скажите, пожалуйста, каким образом это стало возможным? Но, знаете, когда шла подготовка к юбилейному году, всегда очень ответственно, волнительно, мы все равно считаем вот эти вехи, каждые 5 лет мы
вспоминаем, что было, анализируем то, что есть сейчас, и ставим задачи на будущее. Конечно, хотелось бы, чтобы этот период был запоминающимся, ярким и заметным. И, конечно, мы понимаем, что мы делаем специальную программу, юбилейную, так называемую, которую показываем на нашей домашней площадке рязанскому зрителю. И эта программа у нас состоялась в октябре 2016 года. Мы планируем гастроли. Гастрольный тур у нас будет очень серьезный в 2017 году весной. Я не зря говорю юбилей в 2016 году, но мы меряем жизнь творческую творческими сезонами с осени по весну. Поэтому у нас продолжается наш творческий такой марафон юбилейный. И у нас будут большие гастроли. Ну и, конечно, когда планировался этот сезон, это еще было год назад, была взята такая планка, чтобы все-таки Рязанский государственный академический русский народный хор имени Евгения Попова выступил на главной академической концертной площадке страны. И была договоренность достигнута с Московской филармонией. Московская филармония включила в наш концерт свой абонемент. А абонементные свои системы они начинают продавать 1 февраля на следующий сезон. То есть представляете, что строка в афише будущего сезона появилась у выступления Рязанского хора именно 31 января. Практически год назад, еще в 2016 году зимой. То есть 1 февраля это уже все было официально заявлено. Мы сейчас смотрим внимательно, не сейчас, а в ближайшее время смотрим, как продается хор, потому что это тоже определенный, скажем так, определенный мерило, как вообще воспринимают хор, насколько, вот, как вы говорите, знают, да, в Рязани, в Рязанской области и за ее пределами. Мы видим, что билеты продавались очень хорошо, практически весь зал уже продан. То есть сейчас вот самая такая активная, завершающая этап подготовки к этому концерту уже проходит в коллективе. Действительно, концертный зал имени Чайковского считается одной из главных площадок страны. А случалось ли уже Рязанскому хору на ней выступать? Да, Рязанский хор выступал на этой площадке. Еще раз говорю, это очень престижно для нас. Последнее выступление было в 2006 году. Конечно, это очень редко. Поэтому все равно у нас сейчас есть задача больше о себе заявлять. И то есть мы так хорошо, на мой взгляд, показались в Государственном Кремлевском дворце, неоднократно выступали на этой площадке. Это тоже главная концертная площадка. Единственное, что концертный зал Чайковского – это все-таки академическая площадка, и это несколько другой уровень отношения к коллективу. А мы хор академический, государственный, академический. Я должна сказать, что вот иногда так получается, что мы иногда не замечаем, каким богатством обладаем. И в данном случае мы, жители, настолько привыкли к тому, что у нас в регионе есть Рязанский хор, что кажется, это некая данность. Вот я вам хочу сказать, что в Российской Федерации, в России всего 12 государственных народных хоров. В Центральном федеральном округе их только 2 – Рязанский и Воронежский. То есть мы можем говорить о том, что мы обладаем тем, чего нет у многих. И это очень почетно для Рязанского хора. Я считаю, этим может гордиться Рязанская область. Ну, а что касается дальнейших целей, задач, можете еще сказать, что планируется до конца сезона? До конца сезона у нас большие концертные гастроли. И нужно сказать, что для такого коллектива, чтобы держать себя в тонусе, чтобы заявлять о себе, чтобы о коллективе знали в России, знали зрители и концертные площадки, чтобы они приглашали, конечно, очень важно показываться. Поэтому гастрольный тур – это такое очень серьезное масштабное мероприятие. Я вам хочу сказать, что мы за 2 недели доедем до Омска. И за 2 недели мы дадим 10 концертов. Это практически каждый день концерты, ну плюс переезды. Начинаем мы в Удмуртии 3 концерта. И дальше у нас идет Екатеринбург, Пермь, Курган, Омск, Тюмень. Вот таким образом мы поедем. Ну что ж, мы желаем вам удачи, хороших гастролей. С нетерпением будем ждать ваших новых выступлений. В общем, всего самого вам наилучшего. Спасибо большое, что сегодня пришли к нам в студию. Очень рады тому, что и в Москве в ближайшее время узнают и услышат наш хор. Спасибо. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем нашим телезрителям всего самого наилучшего. Увидимся в следующих выпусках.